Добрый день. У меня сегодня объявление. Я считаю, что в жизни ничего не бывает случайно. И когда какая-то цепочка происходит с напоминанием о том же самом, с появлением чего-то, я на это обращаю внимание, считаю, что это знаки судьбы. Так вот, 3 дня подряд в мою жизнь входит слово «коуч». Коуч, 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 коучевая программа. И я никогда не интересовалась этой программой, никогда не интересовалась, чем занимаются коучи, кроме того, что совсем недавно меня спросили, вот персональные коучи, еще что-то, востребованы ли эти профессии в Америке, и как хорошо они оплачиваются. И поэтому я, узнав, что одна девочка как раз получает сейчас сертификат по коучингу, я у нее спросила, насколько она востребована и хорошо ли оплачивается. Оказывается, востребована, потому что сейчас очень многие предпочитают ходить не к психологам, а к коучам, потому что срок, с которым справляется с проблемой психолог, значительно дольше, чем срок, с которым справляется коуч. И их тренирует, и учат заходить в вашу проблему и помогать ей. К тому же недавно новая дама зашла и меня критикует. На каком основании вы даете советы? Вы что, тут психолог? Вещаете с экрана уже столько много. Я думаю, что все это вместе не случайно собралось. И я вчера прямо разговаривала с девочкой. Она мне называла имя коуча какого-то, я сейчас его найду и в описании тоже напишу, а сегодня вечером прямо мне наша девочка из нашего поселка пишет о том, что ее тренер Любовь Латыпова, вот президент международного коучингового клуба «Жизнь звездных людей», нет, леди, «Жизнь звездных леди», выпускает 10-дневную бесплатную программу, на которой вы можете, я сейчас линк тоже вниз положу, вы можете зарегистрироваться и бесплатно послушать выступления, касающиеся трансформации одиночества. Потому что очень многие дамы, которые пишут письма ко мне на канал, они одиноки, они ищут спутника жизни, или они одиноки в семье, у них не складываются отношения с сестрами и братьями, или не складываются отношения с родителями. А сегодня я вот зачитывала письмо у девочки, у очень умной девочки, которая с золотой медалью закончила школу, у нее не складывались отношения ни в школе, ни в институте, и вот она такой робкой девочкой, но отличницей выросла. То есть у нас есть возможность тем, кто заинтересован, зарегистрироваться и пойти послушать вот этого вот коуча. Она у нас прямо президент компании. Причем я ничего про это как следует не знаю. Извините меня, пожалуйста, за мою неосведомленность. Вот Любовь Латыпова, она президент международного клуба. И почему-то называется «Мама мафии». Но кто уже больше про это знает, вы ниже напишите, и где про это почитать, и что узнать. Но я сочла необходимым уже сегодня выложить это объявление, потому что этот тренинг бесплатный начинается 12 числа, а сегодня в России уже 11. Я очень надеюсь, что вы успеете его посмотреть, поучаствовать, а кто заинтересуется, может потом пойти на платные курсы, потому что девочка, которая мне порекомендовала с вами поделиться этой информацией, она сказала такую фразу: «Я еще не работаю, сертификата ждет, но в семье я порешала все свои внутренние проблемы, которые меня раньше беспокоили». Я тоже надеюсь, что у вас придет вот определенные знания под руководством этого коуча, и вы со многими проблемами сможете справляться сами внутри семьи. Я никогда ничего подобного не слушала, но, наверное, тоже послушаю, потому что я в какой-то степени выступаю вашим коучем, не имея никакого представления об этом и никакого образования. Посмотрю хотя бы бесплатные эти уроки, послушаю, может быть, мы с вами вместе пойдем и дальше. Так что смотрите сносочку в описании, регистрируйтесь, кому надо. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.